Вопросы формулируют предельно жестко, и как только президент начинает говорить, перебивают его вновь. Но Владимир Путин к такой манере диалога оказался готов. Господин президент, российские войска аннексировали Крым некоторое время назад. Вы намерены его вернуть? Это заблуждение, что российские войска аннексировали Крым. Российские войска ничего не аннексировали. Не буду скрывать. Но Крым сейчас даже рисуют на картах, как раньше в школах, частью России. Аннексия – это возвращение? Или какое слово уместно использовать? Если вы позволите мне закончить фразу, то мне кажется, будет понятно, что я имею в виду. Ну так вот, российские войска находились в Крыму в соответствии с международным договором о наличии там российской военной базы. И российские войска действительно помогли жителям Крыма провести референдум о своей а. независимости и б. о желании присоединиться к Российской Федерации. И никто не имеет права отказать этим людям в том, чтобы они реализовали право, предусмотренное статьей 1 Устава Объединенных Наций. Право нации на самоопределение. То есть Крым вы не вернете. Крым ваш. Это вы хотите сказать? Крым в соответствии с волеизъявлением людей, которые живут на этой территории, является частью Российской Федерации, субъектом России. Вот мы вели диалог с нашими партнерами, и с европейцами, и с американцами, повторяю еще раз, исключительно дипломатическими мирными средствами. Нам ответили на вот эти наши попытки вести диалог таким способом и договориться о приемлемых решениях, нам ответили поддержкой государственного антиконституционного переворота на Украине. И дальше у нас не было никаких гарантий в том, что Украина завтра не станет частью Североатлантического военного блока. В этих условиях позволить, чтобы историческая российская территория с преимущественным этническим русским населением ушла вот туда, вот в какой-то международный военный альянс, при том, что сами жители Крыма хотят быть частью России, извините меня, по-другому мы просто поступить не могли. На памятную церемонию, посвященную 70-летию высадки десанта союзников Нормандии, приедет и